Допомогти тем, кто живет побач с нами. У Минску открылся доброчинный магазин. Это протяг проекта «Калиласка». Его волонтеры на протягу 4 годов принимают от минчан одень, обуток и иншие предметы гардеробу, а так само речи. После сортуют, проводят дезинфекцию и раздают тем, кому они необходимы. Шмадетным семьям, выхованцам интернатов. 5% от собранных речей координаторы будут выставлять на продаж у своем магазине, как притягнуть додатковые сродки у проект. Вырученные средства идут как раз-таки на покрытие расходов самого проекта, то есть аренда складов, аренда офиса, какая-то наша помощь в том, чтобы закупить необходимую тару для упаковки и прочие-прочие расходы. Плюс, если у нас еще будет магазин популярным и останется излишек, то мы будем перечислять деньги другим благотворительным проектам этого города и, может быть, страны. Стать удельником доброчинного проекта может каждый. Главное, каб речи были чистые и якостные. Наступный прием товаров отбудется у листопаде. Про час и место проведения можно доведаться на сайте проекта «Калиласка».